Первым делом раскрываем скобки. Если перед скобками стоит знак плюс, вот у нас перед первой скобкой плюс и перед второй знак плюс. Значит, раскрываем скобки. Следующим образом скобки опускаем и сохраняем знак каждого слагаемого. Следующий этап приводим подобные слагаемые. 41а плюс 123а плюс 120а. Получаем 284а. Далее числа без иксов складываются с числами без иксов. Или свободные коэффициенты. 102 плюс 323. Плюс 494. Получаем 919. Кто захочет сложить 284, а 919, должны помнить про последнее правило. То есть они не складываются. Значит, ответ 284, а плюс 919.